красавчик, семечку сюда посадил, арбузик. Вторые, значит, сутки подходят к завершению. Смотри, что значит, приживается он или нет. Высох или нет. Видишь, вон она, растишечка. Вот она, хорошенькая. Ай, да, вроде бы нормальненько. Посмотрим. Ну, блин, видишь, ей надо, ну, не знаю, понял, сможет ли пробить корень через весь этот керамзит. Потому что, в частности, видишь, ну, я в основном через минвату выращиваю. Вот почему преимущество выращивания именно прорастания минваты. Точнее, чтобы развитие корневой системы там было, как вот, смотри, вот здесь вот. Видишь, вот в минвате хорошо корневая система развивается, не в чистом керамзите. А в сидбаге для семян проращивания проращиваются именно семечки, чтобы конкретно знать, какие семена всходят. Понимаешь, вот схожие. Смотри, опа, чик, видно, все, вот эти вот бубки взошли, эти почему-то нет. Даже вероятно, что они просто не взойдут. Ну, хз, да, может быть, не может быть. Вот это просто 100% схожести в сидбаге. Жизнь семян проращивания начинается именно с него. Ты красавчик.